Красота должна быть повсюду и прежде всего в твоем собственном доме. Многие ивановцы с особым вниманием отнеслись к словам классикам. За окнами обычных многоэтажек все чаще можно увидеть яркие интерьеры и оригинальные дизайнерские решения. Наши дизайнеры отличаются от европейских или от московских столичных дизайнеров, да в принципе ничем. Я вам это могу сказать. Все люди достаточно профессиональные, все специалисты хорошие, но город, именно небольшая провинция, как Иваново, все-таки диктует свои правила. Ивановский заказчик буквально недавно начал расти в плане искусства дизайна. Алексей Маринин воссоздал помпезный классический стиль в обычной квартире. Иллюзия высоких потолков, колонны, точные акценты позволяют почувствовать себя в роскошных апартаментах. Говорит, классика – это выбор на века. Ивановские дизайнеры могут воплотить свои замыслы на квадратных метрах любого жителя областного центра. Но пока что предложение превышает спрос. Показать свои таланты и возможности потенциальным заказчикам творцы домов и интерьеров смогут на региональном конкурсе «Перспектива». Такие выставки, как «Перспектива», естественно, они дают первый шаг для молодых архитекторов. Вот, дают развитие непосредственно в массы. Нести свои идеи и талант в массы архитекторы, дизайнеры и художники будут уже в эту пятницу. Организаторы уверяют, что представленные проекты многих не оставят равнодушными. А сами дизайнеры надеются, что внимание к деталям и тяга к красоте у ивановцев будет проявляться гораздо сильнее. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.